я начинал в Воронеже, я там рос и театральную свою карьеру начал там случайно. И, конечно, слухи ходили, был о Московском театре Луны, и когда, я помню, пошел слух о том, что они приезжают, и это гастроли, а еще потом пошел слух, что Сергей Борисович добирает мальчиков сразу на второй курс в ГИТИС, то там город стоял на ушах. А конкретной информации никто не обладал, но все знали, что это вот такой театр, который в центре Москвы, и что есть такие произведения, как «Ночь нежна», это «Сияющие», которые там взорвали ему мозг и критики, и публики, и что в этот театр не попасть, и такие артисты были с такими именами и фамилиями, что, конечно, всем хотелось. И было понятно, что это что-то авторское и новое, потому что тенденции, и так как Сергей Борисович пропагандировал его все время, такой мистический, эротический театр Луны, и само название, конечно, уже должно было соответствовать, видимо. И когда мы сюда пришли, сначала как ученики, мы, конечно, в полной мере столкнулись с авторством. Потому что Сергей Борисович все произведения практически пишет сам. Сценические версии делает сам и ставит сам. А когда ставит, и играет сам. За каждую роль. То есть, конечно, это театр его целиком и полностью.